Сегодня Electronic Arts. Крутецкая фирма, помню, была. Budokan. Это Sega Genesis. 16-битовая приставочка. За материал. Материальный дух. Да, по-моему, там же душа, типа спирит. Я спрашиваю плохого дудя, или нет, дудку плохую. И что ты здесь делаешь-то, дядя? Вот. Бедный размер, говорит, внизу. Надо возвращаться назад на темную улицу. Чтобы в другой уикенд сделать что-нибудь для меня. Здесь все закрывается, и фирма наша Shoulder Jerk, открытая дверь называется. Ты дерешься хорошо, словно курица. Бас офф. Выключай басы, старый мужик, говорит. Я хихикаю. Ай, хисет. Вот. Вот и все. А дальше там три последние строчки. Не обязательно читать. О, война здесь. Я снайпит. Это самое. В общем, в первый раз все делаю своей головой. Давай выйдем, посмотрим, что там у нас. Как старый дядька снаружи себя ведет. Вот, все прекрасно, твой батя тебе посоветует, как лучше все сделать. Тобико Риджу Доджо. Понятно, раз мой батя, значит, посоветует, значит, это очень хорошо. Значит, мы принимаемся заниматься с Хонором Будаканом для того, чтобы все у нас было окей. Есть у тебя еще вопросы? Спрашивает. Добро пожаловать в Тобико Рио. Это дорога войны для одного. Следуй, короче говоря, цифровым инструкциям. Ты уже готов ко всему, поэтому ты комплектный каратист. Давай, иди и дерись. Блин, я думал, это какие-то драки. Че я мелкий-то такой? О, заморгало прям. Практика кумите. О, вы уже не мелкий, уже большой дядька. Подняли сюда палку, подпрыгнули. Присели, туда палку поставили. Че, и все, и больше ни удара, ни хрена нет. А вот так вот. Ну и че это? Один удар пал. Любая кнопка, короче. Чё я именно с палки-то, блин? Давай я всё как будто потренировался уже. Пойдём куда-нибудь, он там бодать и чё. Ну что такое? Там это время сверху идёт или энергия моя интересная? Давай, поприседали. Я что-то не вижу особо разнообразия ударов. Палкой. Палкой крутить хотя бы надо как-нибудь. Вообще поклонился. Ну все, давай. Счастливо, доджо. Так, там мы тренировались с палками. Тут, смотри-ка, с нунчаками есть. Хаджими. Я драться-то буду тем и другим, что ли? Блять, я что-то тут... Ничего не пойму, что он делает. Этот... Туда заложил, а ты что-то подал палки. Типа, на, забирай палки. Ну, продолжение какого-то. Все понятно, поклонились. А это что такое?
О, с лысым дядькой сейчас мы. Вот это я ему сейчас накостыляю. Чернопоясу. Что тут двигаться-то нельзя? Этот как ходит, я не пойму. У меня не хочет идти ни в какую. Сейчас я ему тогда нахлобысил с расстояния. Блин, ну проходи же, ё-моё, ну чё ты встал-то? Да двигайся, ёб твой... Блядь, как ты меня заебал. Ну не дотягивайся от него, как, блядь, ходить-то, ёб ты? Не понимаю, он стоит, блядь, ни в какую, блядь. Позу только принимает, только прыгает. Давай прыгай хотя бы вперед, блядь. Пиздец. Че он, блядь, целый вообще не дерется, я не пойму. Сейчас я ему костыляю, тогда не хочешь со мной, да, целый сяж. Сейчас я погоняю лысого. На тебе по ногам, раз ты их не защищаешь. Че я ему поклонился-то? Сейчас я ему, блядь, накостыляю нахрен. Я получит по полной. У меня, кстати, меньше стамины. Давай попрыгали к нему как-нибудь, блядь, уже. И по ногам ему ёбни. Опять поклонился. Да пошел ты в жопу, блядь. Все, счастливо. Ты просрал матч. Как это я просрал матч? Ты атаковал воздушного змея, говорит. Поэтому ты дрался не так, как положено. Поэтому иди посмотри фильмы. Ладно. Я туда нажал. Дай, как выйти отсюда. Давай все уклонить. Все, пошли. Нахрен. А там что, туалет, что ли? Плеер один вес компьютер. Карате, кендо, бо, нунчаку. И что? Еще и несколько видов. Ни хрена себе карате, блядь. С палками, блядь. Карате это называется голая рука, блядь. Чем здесь палка-то? Тоже какая-то другая карате. Давай ему палку в рот затолкаем. Давай. Он все равно что-то не особо дерется со мной. Давай, у него уже стамина закончилась почти. Ну, блядь, ну удар, блядь. Вот жму кнопку, нихуя не делай. Все, он просрал. Все, вот теперь я крутой чувак, 16 900 очков выиграл. Нахрен мне эти очки, только не знаю. Все, я натренировался, надо идти, что там, спасать принцессу какую-нибудь. Все, поехали на скоростном поезде. Мимо гор, мимо рек. Классманский как. Это какой год-то у них уже такие поезда красивые, обтекаемые. Ниппон Будокан Токио. Матч со школьником каким-то. Азеки Рио. Ранг Шодокан. Оружие карате. А что за оружие карате? Это же голая рука карате. Гора не знает ни хрена. Карате, кендо. Бой, кендо. Что там кендо у нас будет? Опять, блять. Это что, он со своим стилем, что ли? Я со своим, блядь? Охренеть, не стать. Прикольно. Ну, тогда надо было большую палку брать и большой палкой ему нахуярить, блядь, раз он с голыми руками, а я с палкой. Блядь, как интересно. Кто такое выдумывал, вообще сидел. Это ж причем сами какие-то японцы-изобретатели, да, этих игрушек всех.
Чё я заленил-то вышел, блядь, опять ходить, не знаю как. Вот придурок, я тебя вытолкаю, ща как в сумо. Блядь, опять поклонились. Я чё, не победил даже, что ли? Бо. Ой, я тебе сейчас, братан-то, на свою палку. Блядь, жалко на тебя. Не, надо было мучать, но он всё-таки нахуярит. Давай ему в пузо. Да что я за танцы, блядь, устраиваю? На тебе палка. Опять какой-то школьник говорит, ща я будем камикадзе кит. Ребенок камикадзе говорит. Я все, говорит, умею, открываю комбинации. Давай еще эти палкой на пиздошу. Ходи мне. Ну и почему я тыкаю кнопку на... Блять, 150 раз солдар не идет ни ключ, ни кнопкой. Эти нунчаками лучше. Ну и что, блядь? На тебе в башку, блядь. По очкам-то я выиграл же, блядь, у него что-то добавляется все это. Давай бей, блядь, фу, как меня бесит это. Вот он, блядь, работал удар на эту кнопку, то теперь перестал работать. О, боже мой. Давай-ка палкой попробуем. Очков мало. По 150, а там по 250 было, но там, наверное, в башку я когда-то попадал. О, башку-то побольше там. Получил. Какой-то голый хрен выйти решил со мной. Джимми, карате, этот дядька, он стационарный Окинава. Поэтому вы все тут лохи, а он будет драться по технике солидного карате. Сейчас мы тебе палочкой-то... Охренеть, а у меня что-то такого оружия нету. Здесь, по крайней мере. Это я его должен выиграть, чтобы отобрать у него, да? На соревнованиях. Ай-плю. Что-то я скачу, блядь, и у меня уже энергия заканчивается. Я, блядь, только прыгал, и уже, блядь, готов
упасть в нокаут, а у этого хрена все восстанавливается, блядь. Блин. Ну-ка давай-ка. Сейчас я тебя нунчаками, да. Блять, и здесь тоже у меня заканчивается стамина. Пей давай. Опять сам себя измотал. Как-то сложно вдруг стало. Кендо, это что такое ты? Забыл. Это нунчаки, это палка, это что такое? Блин, это как дурак. Охренеть он, блядь. Карате что? А, вот голыми руками все-таки, да? Че у меня вдруг такой соперник-то стал? Ой, что, я только что прыгал круто ногами. А что, в натуре карате без оружия. Хать, хать, блядь, как дурак. А, я опять с первого начал. Подожди-ка, а что там был? Блин. Как выйти-то? Там какой-то турнамент в стороне был. Как-то надо было в турнамент попасть тогда. Охренеть. Ну давай, как... Блин, и что? Поклонились. А, фол. Ну что за фол-то, блядь? Давай уж как в этом. Как в сумо. Вытолкнул, так выиграл. Это фол какой-то. Эй, куда я, блядь, ниже пояса бью? О, сел посидеть, блядь. Лифт турнамент. Назад поехали на поезде. Что надо, блядь? Ты здесь, какой здесь турнамент? Ты тут ходишь как дурак зад-вперед. Тальк. Тальк мне не нужен. Опять поехал люлей отхватить. Ходи мне. Ай-ду-ду. Палкой в пузу. Ни хрена себе, он блокирует, блядь, палку рукой. Ну давай, последний удар, блядь, был только что же, блядь. Все, теперь я просрал, походу. Давай, блядь, какая ебанутая игра, а, блядь, тыкаешь кнопку, он нихуя не делает. То ли от того, что устал, то ли. Все, пиздец, завис. Все счастливо. Короче, вот такая вот игруха. Надо ставить лайки обязательно.